Kings News. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Культ просвета». И напомню, мы пытаемся совершить прогулку по общему культурному пространству. Может быть, мы его даже можем обнаружить. Мы встречаемся с людьми, с экспертами, с представителями мира искусства, с теми, кто создает это пространство. И в рамках своей работы, через то, что они создают, пытаются выразить и надежду на создание общего языка, общего культурного пространства, диалога, понимания, толерантности. Но также мы встречаемся с теми, кто, может быть, работает, условно говоря, в более широком пространстве, на время покидает границы Латвии, пытается узнать, сравнить, что происходит в европейском масштабе. И тем самым мы сегодня поговорим о теме, которая действительно пересекает границы конкретной этнической группы, культуры или же государства. Это память. Память может быть и индивидуальной, как нам известно, но мы хорошо знаем, что иногда получается вспоминать что-то, что вспоминают и другие, что-то, что является, может быть, общим культурным достоянием, тем самым создаются и группы или общины памяти. И если такие общины создаются, то их также можно разделять по признакам памяти, можно создавать иерархии памяти. В любом случае, память подвержена политическим манипуляциям. Это нам хорошо в Латвии известно. Мы во многом годами, а то и десятилетиями живем в подобном пространстве. Сегодня мы поговорим о том, как можно критически воспринимать то, что с памятью происходит, с коллективной памятью, как можно пытаться обсуждать такие темы, как иерархии памяти или запреты памяти, когда доступ в пространство памяти другого иногда невозможен. Что делать с границами памяти? Все эти актуальные темы, по сути дела, и создают то, что мы называем культурой включения, признания или культурой интеграции. Хотя слово «интеграция» многим уже надоело, но мы продолжаем работать над этой темой в надежде, что все-таки мы сможем создать общее культурное пространство, где память станет мостиком, общим мостиком в будущее. Поэтому сегодня я рад приветствовать в студии моего доброго друга и коллегу Игоря Губенко, доктора философских наук, человека, который на протяжении многих лет рефлексирует на тему коллективной памяти, идентичности и пытается объяснить, где мы находимся и что с нами происходит. Игорь, добрый день. Добрый день, Денис. Большое спасибо, что нашел время присоединиться к сегодняшней дискуссии. Я думаю, что мы могли бы условно разделить нашу передачу на две части. Вначале мы могли поговорить о таких более широких, абстрактных вопросах, концептуальных, о том, что происходит с памятью в современной Европе, в современном политическом пространстве Европы. А потом мы могли бы представить нашим радиослушателям то, что произойдет 30 января, а именно открытие нового сборника научных статей по названию «Память доступа нет». Знак вопроса пока что, поэтому надежда остается. И, уважаемые радиослушатели, напомню, что вы неотъемлемая часть нашей дискуссии. Без вас это просто не имеет смысла. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефонам прямого эфира 67212939 и 67213939. А также, пожалуйста, оставляйте свои сообщения, впечатления, задавайте вопросы по WhatsApp и SMS 230-6191, 230-6191. Наша сегодняшняя беседа, возможно, также благодаря моему коллеге за пультом Евгению Копейну. Итак, Игорь, скажи, пожалуйста, почему тебя заинтересовала тема памяти? Иначе трудно объяснить, почему ты взял на себя такую тяжелую ношу участвовать и в конференциях, и в создании международного сборника статей. Почему память? Спасибо за твой вопрос, Денис, и за возможность участвовать в твоей программе. Как ты упомянул, моя научная степень принадлежит к полю философии, и, собственно, в философии основывается мой интерес изначальный к теме памяти. Как мы знаем, уже древние философы размышляли по поводу того, как мы способны представлять прошлое. И, как мы видим, их, скажем так, идеи на эту тему, они до сих пор имеют актуальность, скажем так, в междисциплинарном вот этом пространстве исследования о памяти. Да, и, в общем-то, мой путь лежит через эту философскую традицию, начиная
даже там с Платона и Аристотеля, продолжая такими мыслителями уже 20 века, как Анри Бергсон, например, Эдмунд Гуссерль. Бергсон был учителем Альвакса, да, очень важного теоретика памяти первой половины 20 века, Морис Альвакс. И продолжая такими исследователями, как в том числе Алейда Асман, которая соизволила, благодаря твоим стараниям прежде всего, появиться и на конференции междисциплинарной, которую мы организовали и провели в университете Хельсинки в 2017 году. И также ее тексты присутствуют в сборнике, который мы представляем рижской публике на следующей неделе. А на позапрошлой неделе, или нет, прошлой, мы его представили, собственно, хельсинской публике. Может быть, тогда мы могли бы взять наших радиослушателей в небольшое путешествие сначала в Хельсинки, и мог бы ты, может быть, поделиться своими впечатлениями, а потом коротко упомянуть о том, что ожидает наших радиослушателей, если они придут 30 января на открытие сборника. Да. Ну, я думаю, то, что их ожидает вкратце, это, конечно же, вот этот коллективный труд, скажем так, некое введение в него, которое мы предоставим. Ты мог бы использовать возможность того, что у нас видео, радио, да, и показать его так или иначе, хоть каким-либо планом, крупным вряд ли, но в любом случае, да, может быть, радиослушатели сейчас могут увидеть этот сборник, черный фон и забавные человечки, о которых Игорь тоже расскажет. Непременно. И, собственно, во многом те тексты, которые здесь собраны, и дают как раз ответы на заданный тобой в начале вопрос относительно того, что происходит с памятью, с коллективной памятью, с социальной памятью в наши дни, какие изменения претерпевает, скажем так, претерпевают каноны, можно так сказать, и нормы, которые были установлены в середине 20 века относительно политики памяти. И для политики памяти европейской, западной, конечно же, и исход Второй мировой войны стал вот той отправной точкой, когда, да, этот вопрос, скажем так, должны были задать себе не только ученые, но и политики, и население в широком смысле стран Европы. Как дальше относиться к тому, что произошло, к этой огромной трагедии, к многим миллионам жертв, да, к тем людям, которые сознательно шли на эти жертвы, то есть сознательно уничтожали людей массово по разным признакам, да, этно-религиозным и так далее. И то есть во многом вот этот канон политики памяти, он был установлен именно во второй половине 20 века. Сейчас, как мы знаем и как мы видим, и как авторы нашего сборника тоже указывают, во многих странах вопросы о том, как вспоминать прошлое, как вспоминать тяжелое прошлое и как это прошлое актуализировать в настоящем, они задаются все снова и снова. И, допустим, те очевидные, казалось бы, установки, ну, касательно того же Холокоста, да, который является наиболее таким, пожалуй, с точки зрения политики памяти, явлением, ну, скажем так, ярким нельзя сказать, но очень центральным. Да, мы видим, как эти вопросы и эти установки начинают меняться. Что касается нашего сборника, в нем присутствуют авторы с разных совершенно, представители разных дисциплин, и также авторы, которые представляют разные страны Европы. География нашего сборника простирается от Испании до, собственно, ну, Петербурга, мы могли бы сказать, до России. И они предлагают свои исследовательские, такие, исследовательский взгляд на очень разные вопросы, как глобальные, широкие, фундаментальные, в случае Алейды Асман, так и более точечные, такие, скажем так, исследования казусов отдельных, как, например, Мигель Васкез Линан,
исследователь из Испании в своей статье о роли политики памяти и о конструировании прошлого в каталонском конфликте. Игорь, у нас есть звонок один, надевай наушники, примем звонок. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Доброе утро. Я хотела сказать, что у нас вот раньше, и очень часто, это во многих странах было, как-то односторонний взгляд на вещи, вернее, двухсторонний. Вот, например, в Советском Союзе. Красное – это хорошо, белое – плохо. Фашисты – плохо, русские – хорошо. Вот чем больше будет вот таких сборников с разносторонним взглядом и воспоминаниями людей, историков, тем легче нам будет жить дальше и принимать какие-то решения, принимать изменения. Потому что у нас не будет такого слишком узкого взгляда. Вот эти сборники, вот спасибо вам за это. И старайтесь еще дальше такого типа выпускать книги. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за добрый отзыв. Что ж, отзыв этот не содержал вопроса. Но таким образом мы можем вернуться дальше к оглавлению сборника. Я тоже хочу поблагодарить за этот отзыв слушательницу и сказать, что авторы нашего сборника, безусловно, эту критическую функцию очень важную выполняют, потому что тенденция разделять всех людей на своих и чужих, да, на там, черное и белое, она присутствует, ну, скажем так, во все времена, у всех народов она была распространена, но, опять же, наука, критическое рассмотрение вопросов, оно всегда показывает, что ситуация намного сложнее. И вот эти идеологические схемы, упрощающие, да, реальную ситуацию, они очень опасны, потому что они, конечно, раскалывают общество, приводят к тому, что общины памяти существуют в взаимной изоляции, не слышат друг друга, не понимают, возможно, друг друга, ну и потенциально это тоже приводило в том числе к конфликтам, к разного рода насилию. Продолжая рассказ о нашем сборнике, немецкий или, скажем так, польско-немецкий исследователь, историк Йорг Хакман предлагает свой взгляд на памятники благодарности, наверное, так мы по-русски это переведем. Речь идет о тех памятниках, которые в Польше, он опять же, ну, исследует отдельные примеры польские, как такой свой казус, хотя, конечно же, таких памятников по всему постсоветскому пространству, как мы знаем, и также в странах бывшего социалистического лагеря их очень много. Он смотрит на то с исторической точки зрения, как эти памятники благодарности, да, ну, благодарности кому и за что, советской армии за освобождение, да, да, так называемое, этих соответствующих стран, как это подавалось как раз в советское время, как эти памятники превратились из памятников благодарности в памятники заброшенности и, ну, отверженности. Да, то есть они в большинстве стран центральноевропейских больше не воспринимаются жителями в своей изначальной, скажем так, функции, в изначальном значении. Они стали некоторыми такими призраками, да, заброшенными во многом и действительно свидетельствующими уже не столько о тех событиях, о которых они как бы нам вещают, то есть не о самой войне Второй мировой, а о, скорее всего, уже режиме, который эти памятники устанавливая, как раз пытался, ну, проводил политику памяти массивную и пытался интерпретацию истории очень однозначную, скажем так, внедрить. Сейчас эта интерпретация, конечно же, опять же, давно уже с момента распада Советского Союза, социалистического лагеря, падения стены Берлинской, эта интерпретация, безусловно, подвергается сомнениям и, ну, скажем так, некое первенство, да, абсолютное значение именно советских войск в победе, а также вопрос того, было ли это освобождение
Мы, конечно, знаем не понаслышке все эти вопросы, они задаются, они актуальны для нас и в Латвии, и также, как и, возможно, в большей степени намного, чем для жителей той же Польши, они являются вопросами, которые общество поляризируют и раскалывают. Далее. Павел Лискович, польский, опять же, исследователь, но тема его статьи совсем другая, а именно он интересуется современным искусством и более конкретно тем, что называется квир, да, или, ну, более, может быть, привычным языком речь идет о ЛГБТ, сексуальных меньшинствах и способах репрезентации этих меньшинств в современном искусстве, а также различных, автор пишет о различных архивных практиках, то есть практиках архивирования, практиках и стратегиях архивирования вот этой, ну, по сути, контркультуры, да, маргинальной культуры во второй половине 20 века и, ну, собственно, по сей день. То есть он, используя, опять же, ссылаясь на труды значительных крупных исследователей, философов, в том числе 20 века, он показывает, как, собственно, вот эта память ЛГБТ, как она создается на основе архивного дискурса, создавая очень целенаправленно архивы, прежде всего архивы, связанные именно с искусством. Да. Но ведь эти архивы можно и уничтожить, тем самым гибнет какая-то часть памяти. И я думаю, что если мы вернемся сейчас от, скажем, экскурсии по оглавлению сборника к актуальным темам, иерархии памяти в современной Европе, возможно, как раз Европу и делят на условные два пространства. По моему мнению, опять же, условное западноевропейское пространство за последние, скажем, 5-6 десятилетий все-таки привыкло к полифонии памяти, когда звучит не только один голос, когда звучат разные версии, они звучат в рамках конституционной культуры, которая, естественно, поддерживает либеральные демократические ценности, она позволяет, опять же, критику и позволяет задавать вопросы. В этом смысле мне очень импонирует как раз наши финские коллеги и финское общество как таковое, которое даже вспоминая столетие, скажем, или вспоминая основание своего государства, прежде всего, праздник этот оформляло как набор критических вопросов. Вопросов, которые были связаны с и гражданской войной, с участием различных групп, с террором белым и красным, с жертвами, героями и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот у нас осталось немного времени до того, как мы уйдем на небольшой перерыв. По-твоему, существуют эти две Европы? Если да, то каковы особенности второй части? Нашей, условно говоря, восточноевропейской. Я как раз ждал, что ты вкратце обрисуешь ее тоже. Но если мы по признаку полифонии, принятия чужого и другого и отличного разделяем, мне опять же не хочется на две такие очень чуть разграничивать две какие-то очень четкие зоны, но в целом... В целом есть какие-то общие особенности, которые все-таки характеризуют они есть, и опять же, они есть где именно? Говорим ли мы о публичном дискурсе, да, о, собственно, самой политике памяти, или мы в контексте нашей темы говорим об исследовательском дискурсе, научном дискурсе, он все-таки тоже очень важен, потому что исследователи, ученые, историки, социологи – это те люди, которые снабжают в том числе политиков данными и интерпретациями, потому что политики сами, ну, очень часто они… В состоянии. Ну, скажем, они этим не занимаются профессионально, да, скажем так, и поэтому наука все-таки имеет немалое значение. Да, здесь. Да, но ведь и здесь есть опасность создания придворной версии, версии, которая может быть угодна политикам, особенно если, будем откровенны,
источники финансирования исследовательских проектов есть часть иерархичной культуры. То есть, например, в той же Германии, да, с ее особой ситуацией после Второй мировой войны, полифония это нередко создается благодаря тому, что государство является, хотя и важным, но не единственным игроком на этом поле. И, собственно говоря, ученый, который хочет выдвинуть критическую версию, он может просто-напросто отправиться в сектор частных инициатив, фондов, меценатов и так далее, и получить финансирование для альтернативной критической версии или для шокирующей версии, которая тоже, в принципе, важна для того, чтобы не было этого затишья, да, в исследовательском пространстве. В нашей стране, увы, культура частных фондов почти отсутствует, особенно фондов, которые финансировали бы исследовательские проекты. Поэтому мы во многом, не во многом, я думаю, 99% зависим от доминирующей политической версии. И опять же, мы видим, по моему мнению, не знаю, согласишься ли ты с этим, может быть, еще не создавшаяся культура дистанции между политической линией и возможностью все-таки предоставить право и пространство для других голосов. Даже если это не угодно. Например, по моему мнению, крах Провидуса как исследовательского центра состоял как раз в том, что у них была достаточно наивная идея критиковать государственные инициативы и политику за счет государственных средств. В Латвии это скорее свидетельствует о низкой культуре политики, а не о проблемах Провидуса. Идея была хороша, а результаты оказались достаточно скромными, по моему мнению. То есть влияние экспертной, скажем, общины пространства на качество политики минимально, по моему мнению. Или, может быть, это этюд в багровых тонах. Да? Может быть, то есть, с одной стороны, оно минимально, с другой стороны, все-таки ты упомянул вот эту придворную, или, скажешь так, угодную политическим элитам науку, да, которая, я думаю, существует везде в каком-то смысле. И, ну, это что-то неизбежное, и, опять же, ну, некая официальная версия. С другой стороны, фактор времени, опять же, фактор времени, который очень важен и для памяти, как таковой, память всегда о том, что уже прошло. Или все время проходит, но никак не может пройти. Например. И здесь фактор времени важен, потому что мы видим, очень многое меняется. Даже если мы постулируем то, что действительно государство в Латвии, скажем так, путем финансирования и путем другого, ну, разными способами влияния на науку устанавливает во многом, дефинирует вот этот научный дискурс, то, с другой стороны, государство не столь гомогенно внутри себя. Те люди, которые представляют государство, которые руководят государством, они тоже меняются. Мне кажется, мы сейчас переживаем как раз такую смену поколений в каком-то смысле, и ярким свидетельством этому является раскрытие, публикация картотеки КГБ, да, и вопрос о том, чтобы не позволить, скажем так, бывшим деятелям коммунистической партии занимать высокие посты. Это явные, с моей точки зрения, признаки того, что новое поколение, которое, скажем так, чье прошлое никак не связано с вот этими названными структурами, потому что они просто были слишком молоды, они теперь используют против вчерашней или до сих пор еще сегодняшней, до сих пор еще длящейся элиты, вот этот ресурс. Mm-hmm. То есть есть разные группы интересов и в государстве, и, соответственно, как сказать, разные все-таки возможности свою точку зрения выражать, в том числе и в научной форме. Опять же, я напомню, что, да, финансирование в основном государственное, но есть и другие источники, есть много европейских источников, и проблема, что мы эти деньги не привлекаем, она во многом наша проблема. Частные фонды действительно это отдельная тема, и их действительно немного, но тоже есть всякие разные возможности. Вот, поэтому я считаю, что, опять же, цензура запрещена, и действительно я как ученый могу сказать, что в этом смысле никаких проблем у нас нет. Пожалуйста, выражай свою точку зрения и, что называется, доноси ее до общества. Продлим это позитивное настроение нашего гостя. Благодаря перерыву мы скоро вернемся обратно в студию. Микс Ньюс.
Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Напоминаю, это программа «Культ просвет», и сегодня наша беседа посвящена теме памяти, коллективной памяти, иерархиям памяти и проблеме включения памяти другого в общественное пространство. Мы уже путешествовали, посетили Хельсинки, побывали в Польше, Германии, и теперь благодаря нашему гостю Игорю Губенко, доктору философских наук, продолжим наше путешествие, но, может быть, возобновим его, опять же, возвращаясь к сборнику. Игорь, на обложке 7 человечков, судя по всему, сделанных из пластилина, и у каждого из них вместо головы ракушка или ракушка. Вот вопрос. Ракушка. Можно говорить по слогам, тогда непонятно, ракушка, где ударение. Хорошо, мы попытаемся таким образом, да, избежать критики. И эти ракушки, все разных форм, в каждой из них вроде есть какие-то отверстия, в то же время мы не видим ни лиц, ни выражений, ничего. Все эти фигурки в каких-то таких странных позах, и потом они снова встречаются нам уже как иллюстрации к главам этого сборника. Скажи, пожалуйста, мог бы ты немного покомментировать концепцию, визуальную концепцию. Да, ты уже во многом задал тон, да, эту визуальную метафору, разъяснил предложенную замечательным дизайнером, художником этой книги Даниилом Вяткиным, значит, из Петербурга, который является художником Музея современного искусства Эрарта в Петербурге. И он как раз предложил вот это видение этих анонимных, безликих действительно персонажей, которые, несмотря на то, что они все разные, это подчеркивают и позы их, и, ну, во многом, скажем так, тон, цвет, да, их вот этих фигурок, они одинаково пусты. Их сознание в каком-то смысле пустует. И, опять же, если мы отсылаем сейчас, принимаем во внимание отсылку к названию сборника «Память, доступ запрещен», опять же, можно, мне кажется, эту метафору развивать в нескольких направлениях. То есть, что означает эта пустота? Означает ли она действительно некое радикальное отсутствие каких бы то ни было идей? Или все-таки речь здесь идет о том, что свято место не бывает пусто, и эти фигуры являются как раз носителями доминирующего дискурса памяти, который, как мы критически предполагаем, как это и в статьях проявляется, он во многом начинает мешать им общаться между собой, ну и трезво воспринимать вообще реальность. То есть это такая визуальная, художественная, я бы даже сказал, метафора на тему того, как память может разъединять людей. И я понял, что каждая глава иллюстрируема, опять же, я понял, сейчас загуглил, ракушка все-таки более литературная форма, хотя позволительные вроде бы обе. Я понял, что эти ракушки живут каждая как бы своей жизнью в рамках каждой главы. Например, одна из них напоминает танк на постаменте. Если мы говорим о статье Йорка Хакмана, говоря о ситуации в Испании и о ситуации как раз с восприятием Каталонии, то здесь, получается, у нас изображен человечек, рука, одна из рук которого просто оторвана, и он вроде бы поглядывает на исчезнувший член своего тела. Много черного. Да. Много пространства, в котором ничего нельзя разглядеть. Кстати, да, опять же, вот это такая бинарная оппозиция черного и белого, против которой мы уже выступили концептуально, она нашла себе место в дизайне, в визуальной идентичности нашего сборника. Ну и во многом, конечно, ее тоже можно считать таким критическим комментарием как раз-таки существующей ситуации, когда все-таки в дискурсах памяти мы наблюдаем эту расколотость, оппозиционность, да, и неготовность идти на некий компромисс, на некую встречу.
Я напомню нашим радиослушателям телефоны прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам, включайтесь, участвуйте в нашей беседе, задавайте вопросы. 67212939 и 67213939. А также оставляйте свои сообщения на WhatsApp, SMS 2306191. Игорь, теперь опять мы, может быть, немного отойдем от содержания сборника. И я хотел бы спросить о роли памяти, коллективной памяти в современной политической культуре Европы, где, опять же, популизм поднимает голову везде, вне зависимости от того, восточные ли это страны Европы или западные, как бы старые демократии. Можно задать себе вопрос, для чего мне нужны воспоминания другого или других, для чего мне нужны их темные какие-то пространства, там, белые пятна, что-то неизвестное, их травмы, их страдания, мне и так всего хватает. Если мы говорим о эгоизме, коллективном эгоизме, чем он может угрожать? Потому что нередко мы не видим того, что отрицание ценности памяти другого в какой-то степени становится отрицанием и нашей собственной ценности как культуры, общины, группы, которая вспоминает, как 27 января европейцы отмечают Международный день памяти Холокоста, в Латвии это происходит 4 июля, то в связи с этим происходит целый ряд мероприятий в Риге и за границами Риги. Но вчера, например, я встречался с исследователем антисемитизма, ученым из Германии Феликсом Кляйном, и он говорил о том, что новая волна антисемитизма нередко связана с тем, что она не основана на каких-то выдуманных расовых теориях, их почти никто уже не знает, и их, к счастью, основательно подзабыли. Речь идет о памятийном эгоизме, то есть по принципу, к чему мне Холокост, сколько можно, почему я должен все время вспоминать, например, депортации или концлагеря или еще какие-то. То есть для чего? Сколько достаточно? А в то же время множество ученых, интеллектуалов говорят, что никогда не будет достаточно. Это те катастрофы, которые мы, с одной стороны, пережили, а изжить никогда не сможем, и забыть их нельзя, и опасно. А каково твое мнение по этому поводу? Да, немало вопросов. Есть где погулять. Погулять, спасибо. Я не могу гарантировать, что я все запомню и на все отвечу. Может быть, памятийный эгоизм и его опасность? Конечно же, эгоизм в сфере памяти, так же, как и в любых других своих проявлениях, он опасен тем, что мы свою точку зрения, которая всегда частична, она никогда не может быть полной в том смысле, что она не может относиться и репрезентировать, отображать общую картину. Но мы принимаем ее за некое несомненное основание, да, за норму. И таким образом то, скажем так, вытеснение, игнорирование другого, которое мы уже начали таким образом в своем сознании, да, не принимая его, допустим, версию прошлого, мы ее продолжаем и на практике во многом. То есть, как показывают многие исследования в сфере социальных наук, когнитивных наук в том числе, всяческие дискриминационные практики, они в корне своем имеют что? Они имеют некие психологические механизмы восприятия, концептуализацию, категоризацию определенную. Да? То есть, иными словами, они функциональны, они служат каким-то целям. Каким? Для чего мы это делаем? Ясное дело, что это проще, но это единственная ли это причина? Я думаю, целей здесь действительно много разных, у разных индивидуумов и групп интересов. Я в своей жизни стараюсь так не делать, поэтому мне сложно представить, зачем это делает, не знаю, каждый конкретный человек, каждая конкретная группа. Ну, наверное, стоит сослаться на понятие идентичности, да, самоидентичности, которая вот в этом наивном, таком некритическом понимании, оно всегда основывается на неком, скажем так, привычном наборе, да, каких-то установок, мифов, да, о самом себе, тех же ну, конструкций памяти. Да? И в этом смысле, ну, безусловно, своя рубашка ближе к телу, как гласит народная мудрость. Но почему важно сохранить рубашку другого?
Вот в этом потому смысле, что мы же существуем с другим неизбежно. Все да, наши ведь мифы. Можем, ведь мы можем да. его подчинить, сделать зависимым. Мы можем за счет другого или других возвыситься. Мы можем, может быть, кратковременно облегчить какую-то свою жизнь, состояние. Очень важно, вчера как раз в беседе, о которой я уже упоминал, задавался вопрос, ну, а почему, например, нередко попытка показать, например, ценность еврейской культуры связана с тем, что упоминается целый список выдающихся ученых, композиторов, писателей и так далее, и так далее. И кто-то из гостей вчера воспротивился этой, условно говоря, технике и сказал, что это опять перегибание палки, что мы не можем все время говорить о том, сколько гениев было уничтожено, потому что тогда, например, Холокост по отношению к ромам будет представляться людям просто неинтересным, невзрачным и, ну, собственно говоря, кто они такие, там, да, намады. И поэтому в какой-то степени для молодежи, для студентов, а ты педагог, очень важно показать, что связь, важно подчеркнуть, допустим, связь своей собственной идентичности, своего благополучия с тем, что мы признаем за другими право на подобное же благополучие, а ведь право на память и есть часть этого благополучия. Мне кажется, мы еще не вполне пришли вот к этой точке, когда мы готовы действительно право на память признать вот таким фактором благополучия другого. Потому что все-таки благополучие мы чаще воспринимаем в более прозаичных терминах. А память кажется чем-то таким абстрактным, чем-то таким, ну, на что у каждого есть право уже по определению. Да, опять же, исследователи коллективной памяти показывают, что память, она намного менее свободна. Да, она, наша индивидуальная память, она намного в большей степени подчинена коллективным, устоявшимся уже нарративам, да, неким схемам. И поэтому, безусловно, надо понимать, что коллективная, институциональная, более того, культурная даже дименсия памяти, она очень большое значение имеет в взаимодействии различных групп в обществе. И поэтому вот на этом коллективном уровне, безусловно, я уверен в том, что право на память другого, которое я готов другому дать, оно является условием благополучия не только другого, но во многом и моего собственного, потому что мы, конечно, существуем с другим вместе. Мы можем сколько угодно фантазировать о каких-то, значит, мифических временах, когда все были такие, как мы, и поступали только так, как нас в свое время, этому мы учили в детстве и так далее, но реальность, она другая. В современном мире мы живем во все более разнообразном обществе по самым разным параметрам. Да, и мы видим это общество, оно становится на наших глазах еще более мультикультурным, если можно сказать. Конечно же, в таких условиях память другого и память, опять же, не как какой-то оторванный от сегодняшнего дня, скажем так, некий комплект воспоминаний, а память как часть идентичности, она важна, и она является условием благополучия общества в целом, то есть общество, которое демократическое общество прежде всего. Да, мы не обсуждаем возможность там некого авторитаризма памяти в каком-то совсем жестком смысле, а в демократическом обществе разные формы памяти должны приветствоваться. Какие из этого следуют конкретные, допустим, выводы для политики памяти? Но, опять же, это отдельный разговор. Да? То есть можно было спросить с абстрактного уровня, перейти на более конкретный. Вот касательно Латвии, что вы предлагаете, где в вашем, по вашему мнению, есть проблема? Я бы, кстати, с удовольствием предложил тебе, может, вкратце высказаться, потому что следующей статьей нашего сборника как раз является написанная тобой в соавторстве с социологом Владиславом Волковым статья о социальной памяти и этнических меньшинствах в Латвии. Да, спасибо за предоставленное слово. И я, может быть, очень коротко опишу ту идею, которая у нас возникла с коллегой. Мы пытались проанализировать изменения концепции коллективной памяти в государственных и в государственных документах, в документах политики, самоуправлений на протяжении, скажем, последних, ну, условно говоря, 15 лет. И то, что мы констатировали, нас, скажем, опечалило, потому что мы
мы видим, что в самом начале политики интеграции все-таки мы, как латвийское общество, должны были бы двигаться в сторону демократического пространства, которое более, скажем, открыто для других и больше ценит скорее политическую, скажем, идентичность какой-либо группы. А потом произошло то, что в начале 2000-х годов, может быть, 2005-й, особенно 2010-й год, когда и, скажем, наших ближайших соседей в Российской Федерации политика памяти стала служить кратковременным, скажем, целям официоза, в латвийском политическом дискурсе появились защитные реакции, которые помогли как раз включить вот механизмы разделения различных общин как раз по принципу по памяти. Тем самым появились, условно говоря, неугодные памяти, если мы так можем говорить, или те памяти, которые кто-то по каким-то причинам определяет как не являющиеся частью латвийской истории или являющиеся неправильной частью латвийской истории. Тем самым мы скорее приближаемся к, скажем, к окраинам такой коллективной фантазии, и тем самым память становится пространством для драмы. А драма, как известно, нередко связана с мифом, а миф, в свою очередь, алогичен, вернее, он обладает другой логикой, эмоциональной логикой, логикой дихотомии, логикой чуда, и тем самым мы видим, что эмоциональный романтический фактор, а национальный романтизм жив в Латвии, его легко было снова привести в чувство, он начинает распространяться и на документы государственной политики, и тем самым задаем вопрос, а где же, например, представители национальных меньшинств могут найти себя и частичку своей памяти, потому что, не говоря уже о том, что тоже 9 мая отнюдь не столь черно-белая, то есть на самом деле сотни тысяч латышей участвовали во Второй мировой войне на стороне Красной Армии, то есть по логике вещей 9 мая связано и с ними, оно тоже может быть частью их коллективной памяти, которая передается, естественно, из поколения в поколение и содержит, как бы, вернее, не содержит, а поддерживает это общее пространство памяти. Ну вот, не очень краткий обзор получился, но в любом случае мы попытались проследить романтизацию политики памяти в латвийской государственной политике, политике самоуправления. У нас остается буквально несколько минут. Я бы хотел все-таки от твоего оптимистического настроения опять перейти, может быть, к некоторым печальным прогнозам. Скажи, пожалуйста, как по-твоему, что может произойти, скажем, в такой длительной перспективе, если другой так и не найдет себя и свою память в пространстве, в общественном пространстве, которое предлагается в качестве вот пространства для включения и интеграции? Каковы могли бы быть печальные сценарии, последствия? Ты говоришь о случае Латвии. Как раз, я говорю, да? О случае Латвии, но мы, увы, можем перенести этот случай на целый ряд других стран, обществ Восточной Европы. Ну, если сузить до именно нашего общества, то я бы сказал, я не вижу никаких катастрофических последствий для общества. То есть этот гегемонный, единый, доминирующий нарратив, если он будет продолжать сохраняться, я не думаю, что раскол общин памяти может довести до какого-то, ну, взаимного насилия реального, да, если мы вот об этом говорим. Да, насилия, может быть, нет, но ты помнишь бурную реакцию молодежи в Таллине на перенос памятника советскому солдату? Я помню, и как раз-таки этот случай с Алешей, с бронзовым солдатом, он, мне кажется, является достаточным основанием, чтобы не ожидать подобного рода необдуманных, скажем, действий со стороны наших политических элит. Да? То есть, если аккуратно относиться к этой памяти чужого, другого. Опять же, не забудем, что все-таки 9 мая происходит, люди собираются там в огромном количестве, свою память выражают, да, допустим, она не, может быть, не доходит, не достигает официальных каналов. Или, да, банализируется. Крупных медиа, она банализируется, фестивализируется и так далее. Об этом тоже наши исследователи местные пишут много. И писали уже на протяжении десятилетий, можно сказать. Да, есть очень интересные исследования Мартинша Капранса и Ольги Процевской, ее статьи, некоторые из них посвящены как раз именно восприятию этого праздника в латвийских СМИ, и в то же время от времени возникает, скажем, реплика праворадикальных партий о том, а давайте-ка все-таки снесем этот памятник. Ну,
как мы знаем, ясно, есть... что юридически это невозможно, есть да. международные договоры и так далее, да. но то, что это все-таки выплескивается в культурное пространство, это все-таки решение политических партий, поэтому об аккуратном отношении к памяти другого в латвийском государстве, мне кажется, еще рановато говорить. Я думаю, здесь все-таки тоже я уповаю на то, что политическая риторика – это одно, а политические действия все-таки другое, и что эти политики, они понимают разницу и чувствуют ее очень четко. Да, то, что они капитализируют вот этот раскол да, общин, это мы знаем и видим на протяжении тоже уже долгих лет, и здесь ничего удивительного. Другими словами, я не ожидаю ничего совсем такого пагубного, неприятного, но, опять же, вопрос, сможет ли вот именно эта память, да, если мы говорим о памяти 9 мая, об той идеи, да, спасительной роли, скажем так, советской армии именно, которая действительно во многом была для Второй мировой войны решающей, но все-таки мы видим, как ее сейчас реанимирует с момента прихода своего к власти Кремль, с момента прихода Путина к власти, да, и... Если мы говорим о том, насколько жизнеспособна вот эта концепция, и насколько бы, например, мне хотелось, чтобы эта версия стала, ну, какой-то, скажем так, чтобы она больше начала присутствовать в дискурсе публичном и общественном. Будем на это надеяться. Я не знаю. Да. Спасибо большое за то, что нашел сегодня время. Спасибо за рассказ о сборнике. И давай напомним, где можно увидеть этот сборник, встретиться с некоторыми из авторов, когда и где произойдет открытие. Открытие, рижское открытие сборника произойдет в следующую среду, если я не ошибаюсь, это 30-е, это точно 30 января, это 6 часов вечера, и адрес это Калпака 4. Это здание библиотеки Латвийского университета, в котором расположен также Институт философии и социологии Латвийского университета, в котором я, в частности, работаю, и который любезно согласился это открытие провести. Там также будут присутствовать представители фонда Конрада Аденауэра, который финансировал издание книги. Открытие будет проходить на английском языке. Как Денис сказал, некоторые авторы тоже будут приходите и ознакомьтесь с этим сборником. Возможно, у вас даже будет возможность его получить себе таким на память. Да, большое спасибо. И таким образом, добро пожаловать на открытие сборника. Напомню, сегодня за пультом был мой коллега Евгений Копейн. Спасибо большое за ваш вопрос, за комментарий, за то, что внимательно нас слушали. Напомню, мы снова вернемся в эфир 28 января, в понедельник, в наше обычное время, и мы продолжим наши беседы. На этот раз наш цикл «Из жизни книжного червя», рассказы о истории культуры книжного дизайна с дизайнером Алексеем Мурашко. Большое спасибо и до свидания.